Зима не за горами, а вот по подготовке техники к уборке снега еще остаются вопросы. Какие и как скоро их реально закрыть? Это выясняли депутаты, отправившись на МОБДОР и транспортную базу. Эти два предприятия как раз и занимаются очисткой улиц и дворов городского округа от снега. Минувшая зима показала, что почти вся снегоуборочная техника находится в плачевном состоянии. Новой техники нет, а та, что есть, изношена. Чтобы решение этого вопроса сдвинуть с места, на 24-м заседании Совета городского округа, которое прошло неделю назад, депутаты рассмотрели вопрос о выделении денег этим двум предприятиям. Также будут выделены средства и из республиканского бюджета. Вот как нам тогда откомментировал решение Совета городского округа его председатель Юрий Мильников. На сегодняшнем заседании были приняты ряд важных решений, касающихся таких организаций, как МОБДОР и МОБ-транспортная база. По работе этих организаций за предыдущий год было очень много нареканий со стороны жителей города Кумертау. Мы это видели сами. За последний месяц мы очень плотно занимались данным вопросом. И на сегодняшний момент были достигнуты определенные и приняты определенные решения. Теперь важно получить и освоить выделяемые средства. Для этого нужно проявить оперативность руководителям МОБДОР и транспортная база, чтобы быстро и по оптимальным ценам отремонтировать неисправную технику и провести торги для приобретения новой техники. Об этом шла речь на выездном депутатском часе. Год завершается, заканчиваются и средства, которые выделялись на содержание дорог в 2013 году. Фактически этих денег изначально было недостаточно, так как, например, предприятию МОБДОР в месяц необходимо только на ГСМ больше 500 000 рублей. Раз контракт подписан, значит, его нужно выполнять, и предприятие работает себе в убыток. Поэтому депутаты предложили представить реальные расчеты для контракта по содержанию дорог на 2014 год. Еще один вопрос, который тоже остается открытым, это нехватка машинистов. Нехватка водителей, ну, машинистов, что ли. Сейчас мы своими силами выходим как бы из ситуации, но у нас двоих, это точно уже на сегодняшний день. Тарифы у всех, и на КОМПП, и у вас. Ну, поэтому мы уже и в бюро занятости давали объявления, и так, и уже и общежитие обещаю. И уже. Какая зарплата? Ну, в районе 15 тысяч. Дальше депутаты отправились на транспортную базу. Здесь ситуация с подготовкой техники немного лучше. Нужна для уборки снега тяжелая техника. Та, что есть, используется на мусорной свалке. Работая на этом объекте, тракторы быстро выходят из строя. Совет городского округа выделяет транспортной базе 900 тысяч рублей для приобретения новой техники. Эту сумму планируют потратить на покупку нового мусоровоза. Правда, этого недостаточно, будут добавлять собственные средства. Параллельно депутаты коснулись проблемы вывоза мусора, так как много жалоб поступает в Совет городского округа, да и в саму транспортную базу на эту тему. Особенно остро стоит вопрос вывоза мусора из частного сектора. В транспортной базе предложено депутатами заключать прямые договоры с жителями частного сектора и готовить для них квитанции на оплату, а также заключать договоры с предпринимателями на вывоз мусора. Екатерина Соломатина, Андрей Дрожкевич, Новости.